Люцерн, пожалуй, один из самых красивых городов Швейцарии. Я приехал сюда из Цюриха в январе 2022 года. На машине от Цюриха до Люцерна примерно 50 километров, плюс-минус час езды. Этот замечательный город расположен на берегу Люцернского озера и окружен красивыми горами. Я запарковал свою машину возле знаменитого Люцернского льва. Кстати, с парковками в Люцерне вообще никаких проблем нет. И потом намотал по городу примерно 15 километров пешком. Приехал я в Люцерн утром. У меня на все про все был всего лишь один день, поэтому я не стал заходить ни в какие музеи, а просто бродил по набережным, по паркам, заходил в церкви, заходил в какие-то магазинчики, несколько раз покушал в ресторане. На это у меня ушел весь день. Сейчас январь, но несмотря на это светит солнце, погода прекрасная, температура, не помню сколько, по-моему, плюс 10, плюс 12, тепло, гулять приятно, я пошел дальше. Начал я с того, что прошел по набережной Люцернского озера. Теоретически я мог бы, двигаясь по набережной, обойти все Люцернское озеро, оно не такое большое, но на это у меня бы ушло пару дней. Из Люцернского озера вытекает очень красивая река Ройс. На этой реке в черте города есть несколько плотин, которые вы увидите в этом видео. Это плотины очень старинные и очень красивые. Прохожу по знаменитому деревянному часовенному мосту. Я бесцельно бродил по улицам Люцерна, но все-таки у меня была цель. Я присматривал стартовую площадку для того, чтобы взлететь на дроне. Видя, что здесь часто взлетают и садятся вертолеты, я понимал, что высота полета дрона должна быть невысокой. Самое лучшее место для взлета, как мне показалось, на высокой горе в Люцерне. На этой горе стоят остатки старой крепостной стены. Именно здесь мне удалось спокойно взлететь на дроне и сделать несколько красивых кадров. Ну что, пришла пора пообедать. Иду по набережной реки Ройс, ищу какой-нибудь ресторанчик с какими-нибудь хорошими видами. Для того, чтобы зайти в ресторан, внутрь ресторана, нужен QR-код. Этот QR-код должен быть европейским. Но с нашим спутником 5 во многие рестораны швейцарские пускают. Не во все, но может найти ресторан, в который вас пустят. Но чтобы не заморачиваться с кодами, я внутрь ресторана не захожу. Я выбираю рестораны с террасы. Так как погода хорошая, на террасах всегда есть пледы, и, в общем-то, это комфортно. И на террасе можно кушать, вообще не показывая никакой QR-код. Целый день я провел в Люцерне. Сейчас я возвращаюсь к своей машине. По плану у меня проехать вокруг Люцернского озера. Хочется это сделать, пока не стемнело. И потом я лягу на обратный курс на Цюрих. Озеро я объезжал уже, когда начало темнеть. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на мой канал. Спасибо, до новых встреч!